Привет всем! Вы на канале Valerie Life. Сегодня мой первый день тренировок. Обычно утро начинается со стакана воды, но если я никуда не иду, то я выпиваю минимум 3 стакана. Сегодня так и получилось. 3 стакана. Примерно через полчаса я позавтракала, и примерно через несколько минут я выпила кофе без сахара с добавлением корицы. Корицу использовать можно в неограниченных количествах. Надеюсь, что к концу этой программы я вообще привыкну пить кофе без сахара. Для меня это чуть-чуть не очень вкусно. Ну, или откажусь от кофе. Я уже сделала уборку во всем доме. Уложила малыша на первый дневной сон. И теперь у меня время для физической нагрузки. Сегодня у меня кардиотренировки. К сожалению, я, например, не могу делать зарядку, сразу проснувшись. Для меня это некомфортно. Тело еще неподвижное, да и малыш просыпается вместе со мной, он не даст мне спокойно 30 минут заниматься. Поэтому моя зарядка, мои упражнения обычно выпадают на 12 часов дня. Но я еще не голодная, то есть я не собираюсь обедать, но и у меня далеко не полный живот. Поэтому мой организм для тренировки сейчас идеально готов. Поехали тренироваться! Свою кардионагрузку. Сначала все начиналось очень легко. Я думала, да, ну что такое 30 минут отпрыгать? Под конец, точнее, через 15 минут я была уже вся мокрая. Под конец я уже даже начала чуть-чуть сочковать, особенно упражнение с планкой. Вы знаете, если там нужно было сделать 2 минуты, то я, наверное, где-то сделала полторы, то есть 30 секунд я, 30-20 секунд я, наверное, все-таки сочковала. Было очень тяжело. Что могу сказать? Программа несложная, ее очень легко заполнить. Все повторяется по 2 подхода. Каждое упражнение делается минуту. То есть 2 упражнения, 30 секунд отдыхаешь. 2 упражнения, 30 секунд отдыхаешь. Без воды заниматься нельзя. Я погорячилась, не взяла с собой воду. Пришлось бежать на кухню и выпить чуть-чуть воды. Но в следующий раз воду обязательно возьму с собой. Есть не хочется, хочется в душ. Поэтому я пошла в душ, день продолжается, впереди еще куча-куча еды. И как ни крути, но от своего хобби фигурное катание я отказаться не буду. И сегодня у меня еще целый час тренировка. Если раньше мы катались с Лизой и больше тренировалась она, а я была в качестве цербера, то сейчас мы поменялись, Лиза мой тренер, а я подчиняюсь ее указаниям. Так что мало того, что сегодня было кардио, сегодня еще будет фигурное катание. Поехали дальше. Вот день подошел к концу. Если честно, я даже не съела все то, что мне разрешено. Наверное, потому что как-то все сразу навалилось, и тренировка, я снимаю видео, и я так забегалась, что даже забыла про еду. То есть у меня было 3 еды, завтрак, обед и ужин, и не было ни одного перекуса. Вы знаете, так устала, что есть, честно говоря, не хочется. Воду я выпила 2 литра за сегодняшний день. Очень удобно, когда ты наливаешь в графин 2 литра и перемещаешься по дому, видишь, что тебе нужно пить воду, ты ее пьешь.
Поэтому буду продолжать в том же духе. Обычно я воду забываю пить. Все, девчонки, день закончен. Посмотрим, что будет завтра. Будут ли болеть мышцы. Я уже об этом расскажу во втором видео, то есть в видео день номер 2. А на сегодня спать, спать. Устала. Всех укладываем и спать. Так что, если было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!